На память о паломничестве проект Александровского музея-заповедника. Из необычных экспонатов на выставке два редких палестинских сувенира. Это крупный, напрестольный перламутровый двусторонний крест. Он сделан из оливы и кипариса. Рядом оригинальный миниатюрный экспонат – красный крест, в середине которого оконце с увеличительным стеклом. Через него можно было рассмотреть панораму гроба Господня в Иерусалиме. На выставке собраны личные предметы горожан, которые жили во второй половине XIX века. Это были живописные иконы, резные иконы из Троицы Серговой обители, бутылочки для святой воды и живописные финефтяные образки, которыми славились мастера Ростова Великого. И те реликвии, которые представлены на выставке, являются поистине уникальными экспонатами. В коллекции музея большое количество дорожных икон и образков из Сергиева Посада, Ярославля, Ростова. Реликвии жертвовались александровцами в местные храмы и монастыри в качестве привесов на чудотворные иконы. Хранились в красном углу дома и передавались по наследству. Увидеть по-настоящему бесценные предметы можно до 25 декабря, в том числе по Пушкинской карте. Новый выставочный проект реализован при поддержке Минкульта.